меня в руках фонарь для охоты БСА ND3 Laser Genetics. Это отличная замена прицелу ночного видения. Сейчас я расскажу вам про сам фонарь и покажу его комплектацию. Достаточно плотный чехол, очень качественно сделан, с ручкой, с толстой прокладкой. Карточки, салфетка, инструкция. Специальная кнопка для удобства включения и выключения фонаря, если он установлен, к примеру, на оптическом прицеле. Крепление номер один. Крепление номер два. И крепление номер три. Для чего нужны эти крепления? С помощью первого крепления вы сможете установить данный фонарь на оптический прицел. Он будет стоять у вас над оптическим прицелом, на его трубке, и идти поверх него. То есть вы сможете охотиться по изображаемому пятну. Ночью это пятно будет видно вам зеленым, и наводя оптический прицел, это место будет видно прямо на нем. Вы сможете прицеливаться непосредственно с помощью этого фонаря. Второе крепление позволяет вам устанавливать этот фонарь над биноклем. То есть, если вы не хотите охотиться, а просто наблюдаете ночью, вы устанавливаете этот фонарь над биноклем и сможете, опять-таки, по зеленому пятну ориентироваться на местности ночью. Третье крепление подходит для того, чтобы устанавливать этот фонарь для охоты на специальную боковую планку вивер, например, на коллиматорный прицел, с помощью которого вы можете, опять-таки, охотиться ночью. Вы удивитесь, но фонарь работает всего от одной маленькой батарейки. Кнопка включения и выключения фонаря находится сзади. Одним нажатием вы можете включить или выключить фонарь. Вот мы включили фонарь, он светит зеленым. Вот здесь это хорошо видно. Это регулировка размера пятна. То есть здесь она видна минимально, от самого маленького до большого. Поскольку фонарь работает на расстоянии до 230 метров, это пятно на дальности получается гораздо больше. Весит фонарь всего 150 грамм, мощность его 18 мегаватт. Как мы видим, он очень компактный, грубо говоря, помещается в ладони. Итак, самый интересный вопрос: боятся ли зеленого лазера звери? Отпугивает ли он их при наведении? Большинство охотников говорит, что нет, но есть отзывы, что зверь его боится, но таких отзывов мало. Фонари БСА Laser Kinetics теперь в наличии в Охотника.нет.